Вечер добрый, Одесса, 11 апреля 2023 года. Буквально только что, примерно в половину восьмого вечера, пришла очень тревожная информация, что оккупанты наносят удары по Херсону управляемыми авиабомбами. Сообщается, что в Херсоне слышна канонада работы ПВО и есть уже прилеты. Также пришли сообщения, что в Черном море зафиксирована высокая активность вражеской авиации и, возможно, объявление воздушной тревоги в Николаевской и Одесских областях. Также только что поступила информация, что враг наносит удары по Береславскому и Каховскому району Херсонской области. Там слышна канонада работы ПВО. Сейчас в Одессе и Одесской области все спокойно. Никаких прилетов пока, слава богу, и нашим ПВО не было. Хочу заметить, что эта информация неофициальная. Официальная информация появится где-то через пару часов, не раньше. Несмотря ни на что, я желаю своим землякам и соотечественникам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга. Всем самого наилучшего, самого доброго. И даст Бог, до новых встреч!